Про детей. Так называется образовательная программа, которую разработали специалисты рыбаков фонда. С ее особенностями и принципами познакомились дошкольные педагоги республики. На базе 200-го Чебоксарского детсада прошел обучающий семинар. Создание развивающей среды, индивидуальный подход к каждому ребенку, обучение через игру. Основные тезисы программы про детей. Именно игра здесь выступает основным стержнем. Главный переход программа предполагает это уход от учебно-дисциплинарной модели к созданию пространства, где дети могут развивать свои ключевые компетентности. То есть учатся общаться, учатся работать в команде, учатся договариваться, решать совместные проблемы. Три дня воспитатели Чуваши изучали программу, а также делились своими собственными наработками. Очень интересные люди, очень яркие личности, очень активные, прогрессивные, отзываются на все интересные инновации, дают качественную обратную связь. Программа вызвала интерес, программа была поддержана. Я думаю, что в конце августа мы будем уже включаться в полноценное обучение. Я думаю, что результаты будут очень высокие. Проект про детей реализуется в ряде российских регионов, и результаты уже есть. Дети стали более самостоятельные. Они стали более ответственные. Они научились планировать свою деятельность. Они научились следовать плану. Они научились контролировать свои эмоции. В ближайшее время такие семинары пройдут в Красноярске, Казани, Волгограде, Владикавказе и других городах.